Всем привет, друзья. Привет. У нас снова хорошие новости и снова в нашем стиле. Надеюсь, да. Действительно хорошие, надеюсь, вы это оцените. Я даже не знаю, с чего начать. Начать, в принципе, можно с того видео, где мы с Серегой начали спорить, а стоит эти гарантии делать, а не стоит. И, блин, если быть объективным, то у нас нет ни единой причины, не было ни единой причины это делать. Угу. Просто захотелось. Вот кто-то, кстати, оценил на Ютубе, написал, что респект вам, что вы думаете не только про себя. Захотелось сделать кое-что интересное для наших клиентов. Ладно, вот так выражусь. Ближе к делу. Да, рассказывай. Да, дело в том, что мы всегда, всегда, наверное, единственные несли гарантию на то, что заявляем по итоговому автомобилю. Но, наверное, этого мало. Мне бы хотелось немножко большего. И сейчас мы придумали немножко больше. То есть мы это все сделали, чтобы ты к нам обратился заказать какую-то машину, да? Citroёn C4 Grand Picasso. Я понял. Ну, шутки шутками. В общем, в двух словах. У нас есть гарантия на то, что мы заявляем по автомобилю. То есть, есть листок итоговой диагностики, есть автомобиль. И мы сделали очень крутую фишку. К сожалению, надо больше разжевывать, потому что не все понимают. Все думали, что это гарантия 14 дней. Нет, мы вам даем отсроченно принять автомобиль. То есть, мы вам отдали машину с листком итоговой диагностики, у вас есть 14 дней, чтобы приехать на свое первое ТО, на замену масла, фильтров и попросить мастеров, там, блин, гляньте. Как правило, этот контрольный осмотр, он ничего не стоит, когда вы делаете ТО. И вы сравнили еще разок и сказали, ок или не ок. А теперь мы решили пойти дальше. Мы решили тоже проговорить гарантийный срок 2 месяца, с учетом того, что это будет именно гарантия на то, что больше всего вас беспокоит коробка и двигатель. И самая главная фишка, расскажи. Дело в том, что ранее мы говорили, что в случае обращения мы выплата регулируется суммой, оплаченной за подбор. Но сейчас мы поступаем честно. Мы удваиваем сумму вознаграждения агента в случае гарантийной выплаты. Ну, насколько честно это к нам? Нет, это будет честно. То есть, заказывая подбор за определенную сумму, там, к примеру, да, это будет там 26 тысяч, если у вас наступит гарантийный случай, то выплату вы получите в размере 52 тысяч рублей. Я бы все-таки вот по поводу честности, Серега, тебя поправил. Я бы не говорил про честность. Ну почему? Я, например, другого мнения. Я считаю, что это несправедливо. Я тебе прям честно скажу. Да. Но это интересно. Потому что все вот эти вот условия, то есть многие клиенты говорили, то есть я беру договор с компанией, где дается гарантия, читаю кучу условий, то, на что и как сказать, на что гарантия распространяется, на что не распространяется, при каких случаях это все работает, при каких не работает, как доказать, что наступил гарантийный случай. Это сервис официального дилера, это дорогущая дефектовка, и все эти круги ада заканчиваются тем, что вам просто возвращают деньги за подбор. Это несправедливо. Ну, это справедливо. Вот по поводу справедливости я согласен, что это справедливо. Просто многие не хотят задумываться и считают, возможно, что это не очень справедливо. Я со стороны клиента говорю, что я как клиент посчитал бы, что это несправедливо. Ну, я, видишь, я тут на другой стороне баррикад буду находиться, потому что я считаю, что мы оказываем услугу и за это деньги берем. Ну, я скажу так, то, что мы предлагаем теперь, я думаю, что это будет интересно большинству наших клиентов, ведь все риски... Ну, посмотрим, не будем загадывать, это интересно тем людям, которые вот не хотят вникать, а говорят, окей, то, что вы хотя бы там ваши выплаты хватит на где-то даже на контрактный движок, да, на хороший ремонт, или даже пускай это покроет половину или треть, ну, дорогого ремонта по двигателю или там дорогого ремонта по коробке, это уже подспорье. Ну, я бы воспользовался этой услугой. Ну, вот о чем и речь. Поэтому я бы не говорил про справедливость, я бы говорил про интересную очередную фишку, которую мы выбрали. Вот, наверное, так. Да, так что, ребята, со следующей недели у нас можно будет заказать подбор на условиях увеличенной выплаты по гарантии. Совершенно верно. Все. В два раза. В два раза. Что вы думаете на этот счет? Можете оставлять свои комментарии под видео. Очень интересно ваше мнение. Да? Да. Задумался. Все. Просто. Спасибо. Всем пока.